Добрый день, мои бабаи и бабайки. Это я, Махатма Юрич. Сейчас я вас буду учить открывать третий глаз. Ой, жрать сало, шоколадные конфеты. Ну, в общем, заниматься всем, что должно предшествовать подготовке к зиме. Потому что зима обещает быть, ну, как минимум, снежной и долгой. Это как бы как всегда. А посему сейчас надо будет развести костерочек, чтобы вскипятить чай. Холодный сентябрьский день, взбесившаяся горная река, хотя вода идет на убыль, но тем не менее вот подмывает мой костер она. И я с вами. Ну, мой фильм опять не о звуке будет. Хотя, конечно, о звуке, может, я и сниму, немного погодя. Кино. Ну, собственно, о звуке я уже все сказал, что хотел. Гораздо интереснее снимать фильмы вот о природе, о погоде, об аномальной осени, которая абсолютно не укладывается ни в какие сроки. О том, что избыток воды просто рекордный в реке. Вот опять залом и все смыло. Ой, сейчас сполосну. Погода непонятная какая-то. То ли коллайдер запустили, тучи какие-то. Уже неделю вот такая вот мразь. Без солнца, с какими-то редкими проблесками. Но тем не менее. Надо отвлечься. От техники, от всей. Тем более тут у меня еще вот клубника на зиму. Посмотреть, как она прикрыта. Или что. Итак, заварена лапша. Заварен чай там под ней. В общем, можно теперь отвлечься от гастрономии и поговорить вообще о том, о чем я сегодня хотел рассказать. Так, надо налить еще чаю. О роскоши. Итак, что такое роскошь в моем понимании? Некоторые граждане о роскоши будут свои версии строить. Глупые. Ну, для меня роскошь прежде всего это хорошее питание. То есть достаточно такая простая истина, понятная любому человеку, что роскошь – это вкусно поесть нормальную пищу, не какую-нибудь синтетическую херотень, а вот нормальное сало, нормальный чай, воды, которая течет не с водопровода, она вот течет с гор. А вторая роскошь – это, конечно, общение. То есть пообщаться с умными людьми. Поскольку на форумах, на аудио сплошные идиоты, в общем-то. Ну, забегающие люди не понимают момента разводок. Ну ладно, хер с ним, с аудиофорумом, с тем аудиомиром, с аудиосучьем. А просто роскошь общения. Ну, если нет компании, можно побыть в одиночестве. Но, коль вы меня смотрите, значит, кое-какая компания уже образуется. Или образовалась. А. Да, холодновато. 5 градусов тепла всего лишь. Задувает. И вот, человек, живущий в городе, вернее, живущий, навязанный его суетой, всем этой жидомафия, вот этой вот суетой, вот этим рабством кредитным там и так далее, он просто не имеет времени для того, чтобы побыть немножко счастливым. Смотрю, вон там он намерзл
Лед уже намерзает, сосульки от брызг. Ну, заморозок. И от своего несчастья он просто сходит с ума и начинает, в общем, неадекватно себя вести. Что мы видим, опять-таки, по образованию различных всяких сект деструктивных. В любой области, начиная там от ремонта автомобиля, кончая тем же Audi, то есть дегенератов. Ущербное поколение, которое не может ничего сделать руками, оно вот самоутверждается, разрушая то, что не строило. Своего рода повторяет цивилизация судьбу того же Рима дегенеративного, который был подписан темными жрецами ФИФ на убой. Так и сейчас точно самое происходит. Поскольку рулит все одна и та же компашка на планете, которая очень невыгодна, чтобы человек не был биороботом, выполнял ее прихоть, а чтобы он вот... И поэтому ему вбивают ложную всякую хренотень в голову. Не знаю, может, я как-то сбивчиво говорю, просто я, наверное, сбивчиво говорю от того, что я просто проголодался. Охота мне навернуть лапши. Вот сейчас наверну и продолжу. Остановился я, рассказывая про рабов. Ну, рабы это, которые ходят на работу, работают на дядю, и за денег готовы там просиживать денно и ношно, срать им на свое я, на свободу творчества, на что-то интересное. То есть. Ну, а психология раба, она, поскольку он ущербен сам, потому что он выполняет то, что его заставляют, а не то, что нужно его высшему я, душе, то есть его, соответственно, обуревают низкие эмоции. Это все элементарно. Подобное тянется к подобному. Зависть, вот это вот сходство, желание самоутвердиться за счет кого-то, будучи полным чмом, просравшим все свои шансы, потому что шансы в жизни даются каждому, даже самому зачмеленному какому-нибудь дебилу, и то у него бывает шанс в жизни что-то повернуть, изменить. Ну, а то, что люди шансы свои разменивают на сиюминутность, это вообще элементарно все. Ну и самое главное, что от такого образа жизни рабы тупеют. То есть элементарно становятся тупорылыми дегенератами. Так же, как и потомство. То есть потомство рабов, это доказано, это можно почитать книжку. У Сидорова есть такой автор сибирский. «Сияние вышних богов и кромешники», где как бы система переноса на генетику, зомбирования из поколения в поколение, она описана. И эта система, в принципе, успешно применяется везде, ну, в России тем более, чтобы сломить русскую пассионарность, русский свободолюбивый дух, натуру. Вот. Так же, как замануха, кидают какие-нибудь заманухи дурачкам, блин, легковерным, и потом их имеют до конца жизни. Ну и вот я счастлив, сидя здесь, рассуждать вот об этих вещах со стороны, потому что я занимаюсь творчеством, я даже вот это мое творчество, то есть было мне скучно, я решил сотворить, чтобы не надо было мне куда-то ходить, покупать, тащить сдачи, а чтобы я протянул руку, и у меня вот тут была ягода. То есть творчество это не что-то узкое, это образ жизни. Творческая натура, она не может быть творческой в чем-то одном. Так же, как и свободный человек, он не может быть свободный вот в одном, с двух до четырех, да, часов, и не свободный потом. То есть это все. Отмазки и загоны. Тут еще даже ягода может быть ремонтантная. Неделю назад я срывал.
Да, глубоко, конечно, глубоко. Ой, вода очень холодная. Ледяная. Ну, если она вот застывает сосульками. Ну, можно представить. Какая там температура. Ну, грустно, конечно, что цивилизация, получившая импульс определенный, наша русская, в середине того века, выигравшая страшную войну, она скатилась вот в уныние кредитной, блядь, экономики, суть которой даже не экономики, а вообще кредитной проституции, можно сказать, общественной, заложить будущее своих детей британской короне, да, змеям этим, чтобы сейчас получить какую-то мнимый выигрыш и потом, ой, лимонник, потом плевать, что будет, после них хоть потоп. Ну а я для того свой покинул окоп, чтобы не было вовсе потопа, поэтому то, чем я занимаюсь, продолжаю заниматься по части звука, как бы, но оно пока что со мной, никуда оно не ушло. Ну я думаю, сейчас приду домой, может, фильм сниму и о звуке. В таком хорошем настроении. Тут обещают завтра, послезавтра снег уже. Поэтому я вот сходил до снега. Ай, ёлки. Вот что значит свобода. Быть самим собой, прежде всего. Без всяких. А люди, которые не принадлежат себе, не являются, носят маски, мимикрируют. Ну, в конце концов, они становятся, как дирижеры рептилоиды задумывают, дегенератами, вымирающим народом. То есть вот за что война. Поэтому вымирающим дегенератам, неживым, по сути, живые вещи смертельно их раздражают, опасны и так далее. И в то же время у людей, которые обуреваемы идеей просто что-то спереть, где-то мелочно, им элементарно не хватает даже ни мозгов, ни желания, ни времени осмыслить философски все эти технические вещи. То есть они настолько смешны в своем плагиате. Ну, как бы это я широко, ну, приведу пример. Сейчас будет следующий фильм о том, как клоуны, бляха, пытались плагиатничать мои звездочки, звездочки Кунашевского. Ну, просто будет смешно, конечно. Ладно, что хотел, рассказал. Мрачный фильм. Давай, Гена. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается?
пусть бой тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.